Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что, ежедневное задание. Сыграйте 5 растений, которые стоят 3 единицы солнца или меньше. Нанесите 30 единиц урона растениям-героям и разыграйте 3 горошины. Ага. Разыграйте 3 горошины. Так, и нанести урон растениям, да, надо? Ну, давай, допустим, я возьму и сыграю за бесячество. К примеру. Так, эта колода у нас на пиратах. Ну, давай, наверное, попробуем. Сейчас только кое-что, наверное, уберу. Так, это добавим. У нас есть... Так, вот это вот не надо. Это, наверное, тоже нам пока не пригодится. Так, бесята, это все понятно. Сундуки бы нам не помешали бы, если честно. Сундуки. Ну и, наверное, пока все. Три заморозки, одну уберем, вот этого лучше поставим. Ну что, поехали. Попробуем сыграть. Нам нужно нанести всего лишь, там, даже не 20, а, по-моему, 16 или даже 14 единиц урона. А и ту, может быть, даже меньше. Ну что, поиск соперника, как всегда, ребят, затягивается этот поиск, блин. Ну давайте, давайте, растения. Находитесь, нашли. Это у нас вспышка на солнце, 33 уровень. Так, что-то уж как-то уж больно круто. Блин, мне вот этих бы побольше бы, да, зомбиков, было бы круто. А он у меня всего лишь один. Я имею в виду вообще один. Опа. Опачки. Так, а мне что сделать-то? У него там ягодный микс, скорее всего, да? Фруктовый, точнее. Я больше уверен, что у него там фруктовый микс. Как думаешь, прокатит? Он же сейчас с фруктовым миксом по мне звезданет. Интересно. Хм. Очень, ребятушки, интересно. Ну давай так попробуем. Что он хочет? Опять на клононасах сыграть, по ходу дела, да? Упс. А что ты сюда-то посадил? Что ты сюда? Хм. Очень-очень интересно. Ну, давай сделаем так. Так, ладно, сейчас будет превращать, да? Так, один минус. Не попал, второй не попал. Такой довольный, радостный. Думает, ой, все у меня получилось. Да нет, парень, не все у тебя получилось. Поехали.
Так, допустим. Надеюсь, у тебя ландшафта здесь нету. О, как сделал, прикинь. Воу, воу, воу. Ну, тебе крышка, парень. Чё я могу сказать? Нате вам всем. Что же сделать-то нам здесь тогда? Угу. Давай, наверное, сделаю так. Так. И так. Посмотрим. Опять за свое, да? Опять за свое. И все, парень. И все. Что же тут можно еще сделать? Даже не знаю, ребят. Давай вот так вот. Спрячем его, да? На тебе. Ага. Давай сделаем вот так вот. Ну, сейчас начнет этот гриб у него, если этот есть. Допустим. Вот так вот ты решил сделать. Я тебя заморожу, парень. Просто тупо заморожу, да? Или как лучше сделать? Да, заморозить. Погнали. Посмотрим. Надеюсь, у тебя никакой бонусной атаки там нету. И все? Ты думаешь, ну заморозишь, ладно, хорошо. Ты меня заморозишь. Оп. Сейчас уничтожит мне вот этого. Вот так вот он сделал. Хм. Интересно. А что ты его в конец-то поставил? А, ты сюда хоть? Очень чудной персонаж. Почему он не бомбанул по мне? Я бы на худой конец мог бы сделать это, да?
но он не решил почему-то. Поехали тогда. До свидания. Почему-то поставил сюда, а не... Не знаю, ребят. Почему он именно так решил сыграть? Но сыграл он себе во вред. Так, ну что, теперь пойдем играть, разыгрывать горошины. Горошины. Горох. Кто у нас хорошо на горох играет? Ну, обычно зеленая тень у нас. Прям такая вот колода у нее на горох. Прям гороховый горох. Ну что, попробуем? Вот это вот так уберем. Наверное, и поставим. Вот этого поставим. И... Блин, кого поставить-то еще? Так, гриб, банан. Гриб. Давай, наверное, вот так вот сделаем еще. Ландшафт у нас только один. Нет, не один. Несколько. Попробуем. Что из этого получится? Нам все равно нужно разыграть три горошины. Опа. Опачки. Вот это да. Против ржавого разряда. Че, серьезно, что ли? У меня вот этих вот штук дофигища. Нафиг я их... Нафиг их столько нахапал. Твою налево, а. Ни первого, ни второго хода нету. Третий вот только огурец. И то, опять же, ребята, если у него есть валун или... Который атаку понижает на 3, то... Сразу сфейлимся. Банан зачем-то мне здесь. Ну да. Не, вот это, в принципе, хорошо. Плюс 2, плюс 2. Ну, это на ландшафте, опять же. Опа. Опа, на. Еще утворяет. Неужели он с флаконом? Зашибись. 4, 5, 6. Меньше ничего нету. Даже если я поставлю его сюда. Че он? На следующем ходу меня... Да он не на следующем, он даже на этом может, ребят, меня уничтожить. Давай проверим. Валун есть у него, интересно, или нету? Вот так сделаю. Так, у него 4 энергии, он может кого-то поставить. Тю-тю-тю, кого? Кого только он поставит? Куда? Ясен перец против огурца. Хотя он может и заклинашку какую-нибудь применить. Мне поможет только лишь... Если он сейчас ничего такого сильного не сделает, вот это вот. Это очень круто мне поможет. Что, зависла игра? Ты, давай, не пугай меня так. Ты гляди, а.
Понял. Я тебя прекрасно понял. А еще у тебя есть? Там конфетка какая-нибудь. Что ты там любишь ставить? Не, ракета, может быть, даже есть у него. Вытягиваю две карты. Значит, кончились у тебя, да, конфетки? Ну, давай. Перемещай, перемещай. На воду, отлично. И что нам выпадает? Опа! Минка. А нам, друзья мои, выпадает минка. Ать! Ну как же так-то, ребят? Ну как так-то? Ну, допустим. Так, у него заклинание дофигища, я так понимаю, да? Нахапал раз. Плюс тут еще эта колдунья, блин. Или как ее там звать? Да что с игрой-то? Что зависает-то она? Я вообще не кликал на черную дыру. Так, хочет прокачать, да? Плюс вирус. На вирусах, что ли, хочешь выкрутиться? Не пойму. Допустим. Погнали. Так, так. Угу, защита. Ой, как хорошо, ребят. Защита — это прям вообще топ. Ну давай смотреть. Понятно, вытягиваю две карты. Заклинание, да, будет применять, наверное. Восстанавливать себе здоровье. На, якает мне тут еще. У него этот псих должен быть, ребят, который бросается этими. Куробочек, 100% говорю, будет. Так, команда шаманства корня.
Сейчас попробуем карт понавытягивать. Ну что это там? Я еще три горошины не разыграл, блин. Понятно, короче. Сдается. Испугался и сдался. А я три горошины не... По-моему, только две максимум разыграл. Даже одну. Даже одну. Так, подожди, вот это вот мне не понравилось, что у меня... Ох, ё, сколько их. Может быть, сделать так? Банан, я вот в упор не понимаю, нафиг мне банан-то здесь нужен? Да и вот эти вот тоже. Ну что, еще партийку? Еще партийку по блинкам сыграем. Прида. Прида. Вы что-нибудь поменьше, послабее-то можете мне дать-то, ёк-макарёк. В шоке. Выдал, говорю, поменьше мне, ага. Давай так сделаем. Это у нас на ландшафте, да, делает. Тут, скорее всего, я проиграю, ребят. Если он сейчас пиратов... О, нет. Так, одного сдуем. Еще делать, выставляет зомби. Кто там? Бочка. Он выставил бочку. Как-то мне дорого, а? Давай так сделаем. Что-то выжидает. Ну, сейчас набор карт возьмет, конечно же. Мне надо вот этого хламона как-то подбить. Вопрос как? Хоть бы ландшафтик поставил, что ли, я не знаю. Давай так поставим его. Ну, бомбанет и бомбанет. Что сделаешь, ребят? Видишь, держится за этого хламона, за своего. Ау, такой еще, ау. Так, замурованный чувак. Блин, я не знаю, что там у него может быть. Мишень. Вот так вот. Опа. Да что ты, блин? Ну что это такое, ребят? Ну это... В броню, просто все в броню ему сливаю. Охренел, блин, просто в корень, чувак, блин. Ну что, ставим этого, наверное, да, или как? Два раза бомбанет, да? Замечательно просто. Хорошо, давай так сделаем. Оу, щит, чё ты?
делаешь, Рэй? Ой, дурак! Ой, дурачина-то, господи, это же надо было так... В тот раз, главное, не стал ставить, блин, а в этот раз на. Три горошины, блин, да когда же горошины-то разыграются, ёб простоты. Это же надо было вот так вот тупо тупануть. Это по-другому не назвать, друзья. Просто тупизм первой категории. Тут прям просто какое-то издевательство. Они не дают мне, что, поменьше не дают мне, вот. 8, 5. Красавчики. Кто вот у него там? Я не знаю, ребят, кто у него там сидит. Пират. Значит, колода на пиратах, да? Ты же заколебал тебя там, кто? Сейчас другой пират, который пробивным шпарит. Ну да, с прочерком, ребят. С прочерком. Так, сдуем кого-нибудь. Сдули. Сдули. До свидули. Да что за непруха-то, а? Сейчас будет набирать зомбарей своих. Ну, спасибо, хоть здесь сработала защита. Давай, ставь своего пирата, никчемного. Вылез, выполз, блин. Че, опять проиграли, блин? Так, ну здесь понятно, горошина полетит. Уже тут посмотрим, кто. Пират. На, голодранец. Защита. Это пока мне не нужно. Как это спасет ситуацию, ребят? Кто-нибудь из вас подскажет мне? Вот и я не знаю. Давай глядеть. 2 единицы урона. Так. Так. И защита, да, сработает? Ну чего опять-то за... Просто хотел взять передвинуть, он мне...
посох. Ну, давай так посмотрим, ребят. Возможно, у него есть кровожадность или еще что-нибудь в этом роде. Заморозка твою налево у тебя, а? Еще вытворяет. И как быть? Пипец, блин. Да никак уже, ребята, тут все. Фиаско. Если бы 10 было бы энергии, я бы смог бы еще забыть. Ну а тут как? Да никак. Проиграл. А, у него еще тем более этот есть. Тогда в любом случае проигрыш. Даже если бы у меня было бы 10 энергии, все равно бы проиграл. Зато горошины 3 разыграл. Все, ребят. Все. Ладно, давай еще одну игру какую-нибудь сыграем по-быренькому. Так, посмотрим, какая-то зубостезила у нас. Не та, которая мне нужна. Так, у меня третья, что ли? Ну, давай вот на троечке сыграем. Партийку. Да, сегодня что-то как-то не ахти зашло. Просто не ахти. С этими горошинами разыграйте. Разыграйте 3 горошины. Ну и по итогу ничего не получилось. Ну давай так. Вытягивать стартовые карты заново. Вытянула, молодец. А он сейчас, скорее всего, 2 охламонов этих поставит, да, мелких своих. Кровожадность тянет на начале 47-го. Интересно. Очень интересно. Хм. Я не знаю, что у него там. Вот как. Вот как у него. Супер ковбойша. Так, надо уже, ребят, думать о том, чтобы нам здоровье восстановить. Только нет у меня для этого ничего пока. Ну что, защита, я надеюсь, сработает? Должна. Была. Должна была сработать, но не сработала. Где мои росточки, я не пойму. Наконец-то, выпал. Так, на курах. Так, ну ладно, давай сделаем так. Так. И чего? И вот так? Ну, посмотрим. Наносит 2 единицы урона. Спасибо. Куда ты хочешь мне? По мне, что ли, бомбануть? Даже так? Огурец, ты меня, блин, убиваешь просто вот.
Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что же. Угу. Кровожадность. Вот 100% там будет кровожадность у него стоять. Давай так вот сделаю. Так, и... вот так. Прячет в надгробие. Окей. Сейчас кого-то сюда поставить, наверное. Яйцо. Кура. Так, что он там будет превращать сейчас или что? Он сейчас сюда может поставить кого-нибудь, кстати. В лицо полетит, да, это все мне? Барахло. О, видишь как? Ну, тут защита сработает. Тут даже не переживаю. Так, сейчас хильнемся, надеюсь. Хильнулись, блин. Хильнулись, называется. Твою налево. Ну что, кровожадность у тебя? Нет, у него не кровожадность, ребята. У него вызов двух этих инвалидов. Двух мелких инвалидов призов. Алоэ вера. Блин. Только думал, сейчас поставлю, восстановлю себе здоровье. Не успел. Ну, на такой ноте все равно, ребят, поприятнее заканчивать, да, чем на проигрыше. Ну что, друзья, на этом сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.